Елена Заливнова записалась на сеанс светолечения. Чтобы поправить здоровье, приехала прямиком из Москвы. Не спугнул женщину даже километраж. Путевку купила на 18 дней. Уже в третий раз выбирает белорусский сервис. Просто потому, что лечение на высоком уровне, признается отдыхающая. Довольно современное оборудование, потому что есть чем сравнить. Вот и ванны здесь очень, и бассейн вот с минеральной водой. Вот, столовые тоже в современном стиле, и питание, которое не вызывает каких-то желудочных расстройств. Особой популярностью в санатории «Шинник» пользуется релакс-путевка на 3 дня. В нее входит сауна с бассейном, спелеотерапия, гидромассаж и кедровая бочка. Плюс ежедневная порция молочного коктейля и фиточай. Стандартный номер здесь обойдется в 199 рублей 50 копеек. Тем, кто хочет избавиться от целлюлита, варикоза или отека, поможет вот этот аппарат английского производства. На ноги одеваются специальные манжеты, с помощью вакуума и компресса делается массаж. Процедура длится 30 минут. Отдохнуть в «Шиннике» с начала года уже успели 1340 человек. Не пустует ни одно из 200 мест. Плюс уже есть бронь на май-июнь. Сюда с удовольствием приезжают как белорусы, так и граждане России, Латвии, Литвы, Израиля и Азербайджана. Также пользуются спросом лечения по страховкам и по курсовкам для работников шинного комбината. Кабинет загружен, всегда есть спрос. Вот в частности, например, за первый квартал 2022 года прошло 150 человек. Это классическое иглоукалывание. В Беларуси санаторно-курортное лечение набирает обороты. На сегодня заполняемость 73%. В них одномоментно находится почти 19 тысяч гостей. Только зарубежных с начала года насчитывается свыше 22 тысяч. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.